Доброе утро. Вот сейчас 7:45. Я попробую опять установить приложение «Социальный мониторинг». Вот у меня телефон был выключен, заряжался. Вот я его включил. И я хотел сказать, что функция записи, встроенная функция записи звонков не работает. Ну, то есть, когда вы звоните в техподдержку, эта функция перестает работать. Поэтому надо из приложения Play Market записать запись видео с экрана звонков и установить приложение. Вот, запись экрана, X-Recorder называется. Вот, установили его, и это приложение, оно работает записью звонков. То есть я сейчас установлю приложение, как бы сказать, если оно не будет работать, я буду звонить в техподдержку. Вот, и я почему сейчас буду звонить? Потому что я когда звонил в прошлые разы, мне все время говорили, что техподдержка занята, и вам перезвонят. Соответственно, вот я 5 раз звонил, мою заявку оставляли, и никто мне не перезвонил. Мне сказали, извините, сейчас все заняты у нас, мы не можем вам ответить. Ну, ничего, ну, короче, и так никто не перезвонил. А я говорю, во сколько они начинают работать? Говорит, наши работники техподдержки начинают работать с 8. Вот я сейчас установлю приложение, если оно не будет работать, я позвоню в 7:55 или 8 утра и посмотрим, что они мне ответят. Так, я устанавливаю заново приложение «Социальный мониторинг». Начинаем установку. Открываем. Продолжить, разрешить. Продолжить. Фоновый режим. Фоновый режим, кстати, заметьте, приложение само по себе выходит из фонового режима. То есть оно само по себе закрывается. Так, ладно, вводим номер. Согласен. Отправить код. Восемьдесят один ноль шесть. Подтвердить регистрацию. Все, приложение не работает. Я 100% уверен. Делаю фотографию. Извините, я давно не подстригался уже. Ну, ничего страшного. Делаем фотографию. Отправить фото. Закрыть. Все, приложение не работает. Вот. Смысла, я думаю, делать, вот отправить фотографию нет. Ну, хорошо, сделаю еще раз. Сделаю, как говорится, Бог любит троицу. Сделаю 3. Сделали. Так, отправляю. Отправляю. Закрыть. Все. И начинается бесконечное просто уведомление, то, что надо сделать фотографию. Все, ладно. Крайняя фотка, третья. Отправляю. Все. Фотографии не. То есть фотографии отправляются, но приложение не работает. Выходим на главный экран. Это вот кружочек. Вот, пусть оно, как бы сказать, оно у меня открыто. Вот здесь вот уведомление, то что оно работает. То есть, если вот это вот, как бы сказать, когда вы опускаете шторку, вот это я просто говорю тем, кто, у кого, как бы сказать, приложение само по себе выходит
из рабочего состояния, как проверить. То есть не надо в него постоянно заходить. Достаточно самого верху телефона, просто пальцем опустить вниз, и у вас вот здесь вот это оповещение, что социальный мониторинг работает в фоновом режиме. То есть вы можете дальше идти, там, делать свои дела, там, выключили, не выключили, выключили кнопку питания, чтобы телефон не грелся и быстро не разряжался. Но просто надо стараться мониторить каждые 15-20 минут, потому что приложение само по себе выходит. То есть ночью спать ложитесь и делать только одно, это... То есть сделать экран, яркость экрана на минимум. Вот. И вот так вот, то есть с включенным приложением спать, ложиться. Вот. Так, дальше. Так, дальше. Так, выходим на главный экран. Ну что, я звоню тогда сейчас 751. Вот. Сейчас буду звонить техподдержку. Вот я просто хотел бы еще показать, то есть, чтобы не заходить постоянно вот в приложение «Социальный мониторинг». Сейчас, извините, я вот беру X-рекордер сюда. «Социальный мониторинг» обратно, да? Чтобы вам не заходить, вот постоянно смотреть, он у вас... Вот я сейчас выйду из этого приложения. Как выйти, это вот у вас квадратик, нажимаете на квадратик, и здесь закрываете все, ну, которые не нужны вам приложения, которые работают в фоновом режиме, чтобы не тратили вашу батарею. Вот, например, интернет закроем, галерею, там вот сообщения, да, ну, вот. И закрываем социальный мониторинг. Все, приложение вышло. Хотя я повторюсь, то, что приложение... В фоновом режиме толком не работает. Оно само по себе выходит. И делаем, вот смотрите, опускаем шторку. Оно работает все равно, блин. Я же вроде вышел из него, блин. А, я не выходил, извините. Вот, я вышел из приложения «Социальный мониторинг». Вот. Видите, нету этой строки. Это значит то, что приложение... Оно не работает. И если вам придет уведомление, чтобы сделать фотографию, вы не услышите звонок. То есть, а смс-сообщения, они приходят с задержкой, с огромной задержкой. Бывает и через полчаса, и через час может прийти. Вот. Поэтому, у кого отправляются фотографии, старайтесь просто каждые 15, там... 15-20 минут мониторить свой телефон, это отслеживать. То есть, извините, я уже с этим социальным мониторингом рехнулся. То есть, вот зашли, вот социально, вот видите, оно опять начало работать. Опускаете шторку вниз, сверху, в самом верху, пальцем. Вот. Видите то, что соцмониторинг работает. И он работает в фоновом режиме. Вот. Ну все, я сейчас буду звонить. Давайте еще раз сделаю фотографию. Ну и рожа у меня Шарапов. Так, ладно. Звоню в техподдержку. 7.53, может еще рано. Ну пускай будет. Пусть, ладно, 7.54. Звоню в техподдержку. Вот, вот он телефон у меня. Так, извините, я свои контакты все скрыл, но это вам как бы не обязательно знать номера моих телефонов. Так, звоню. Спасибо, что обратились в колл-центр сервиса «Социальный мониторинг». В ближайшее время вам ответит оператор. При соединении вызова с нашим специалистом вы даете согласие на обработку персональных данных. Внимание, разговоры записываются. Я когда буду давать свой телефон, я, извините, я чуть-чуть видео подрежу, ладно? На колл-центр, время ожидания ответа оператора увеличено. Здравствуйте, оператор колл-центр сервиса «Привет».
Скажите, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество. Кулаков Андрей Евгеньевич. Кумаков Андрей Евгеньевич. Кулаков. Кулаков. Кулаков, извините, пожалуйста. Через L. Номер, да, я вас номер телефона. Вот. Телефон используется Android. Android и система прошивки 8.2. Вот. Какой у вас вопрос? У меня перестало работать приложение «Социальный мониторинг». То есть в 4.30 утра мне пришло уведомление обновить телефон. Я обновил его. То есть пришло уведомление сделать фотографию. Фотографию отправил. И началось бесконечное требование отправить фотографию. Отправляю фото. Нажимаю «Завершить». Опять начинается, отправьте фото. Сделал, значит, там, я не знаю, фотографии 11, наверное, сделал. Все, вышел из приложения, удалил, перегрузил телефон, включил, установил заново. И вот на протяжении где-то с полпятого утра до 7, я там выключал телефон, включал, ну, заряжал, там, выключал на полчаса. Заряжал, включал, устанавливал, удалял. И приложение до сих пор не работает. Не отправляются фотографии. Можете, я поняла, можете меня соединить с технической поддержкой? Ожидайте, пожалуйста, на линии. Ага. Я уточню ваш вопрос. Давайте. Положите. Давайте, давайте, хорошо. Вот, сейчас придется ждать. Я не знаю, сколько они будут отвечать. Вот, мне здесь... Если сейчас это будет очень долго, я чуть-чуть подрежу это видео. Вот, но вопрос будет, я 100% уверен, что все специалисты технической поддержки заняты. Но просто время, посмотрите, сколько сейчас на самом верху. Специалисты начинают работать с 8 утра, а сейчас время 7.57. И мне ответят, что все специалисты заняты. 100%. Я буду ждать, пускай, сколько бы, надеюсь, в течение полчаса ответит мне он. Может, специально не соединяю. Спасибо большое за ожидание. Извините, что так долго. Ага. Момент операторы заняты. А как они могут быть заняты? Они у вас начинают работать с 8 утра. Время 7.59. Как они могут быть заняты? Если они даже к своим обязанностям не приступили еще. Через одну минуту должны только приступить. Но, к сожалению, там заняты, не отвечают. Мы зафиксировали ваше обращение. В ближайшее время с вами... Вы можете мне сказать номер заявки? Принимаю только ваше обращение и отправляю техническую поддержку. И с вами свяжется специалист. Ну, который не свяжется, потому что я вам звонил предыдущие 5 раз, записывали все точно так же, и, естественно, никто не перезванивал. И все, и это не только у меня, это у всех. Все, кто вам звонит, вы вот так вот под диктовку отвечаете, что все специалисты заняты, вам перезвонят. Но никто не перезвонит. Я просто хотел сказать, что я сейчас записываю видео, как я к вам обращаюсь, как я устанавливал приложение, как я их удалял, как я отправлял фотографии.
Вот. Имейте в виду, если мне придут штрафы, я их буду обжаловать. 100%. Я услышала вас. Ну, ладно, к вам вопросов нет, вы только специалист колл-центру, вы просто принимаете звонки. Ну, все, у меня вопрос. Ожидайте, пожалуйста, вам специалист позвонит обязательно. Да не позвонит никто. Что? Ладно, спасибо, до свидания. Спасибо за обращение. Всего хорошего, До до свидания. свидания. Вот и все. Время 8 часов, а специалисты уже все заняты. Хотя они начинают работать с 8 утра, я позвонил в 7:55. Так что вот так вот. Ну давайте я еще раз попробую. Удалить его, блин. Социальный мониторинг. Еще раз я его удаляю. Так, сейчас я уже написал. Я надеюсь, это у меня, как сказать, комментарий уже написал. Надеюсь, его не удалят. А может, удалят, потому что я уже написал группу, чтобы люди вступали, чтобы было больше людей. Поэтому, поэтому как не поэтому, а то, что они установили, это нерабочее приложение. Так, удаляем его. Устанавливаем заново. Перезагрузки нет смысла, потому что в перезагруженном состоянии, сами понимаете, видео записываться не будет. Так, все, открываем. Да, и хотя я там говорил, что я буду обжаловать, и, мне кажется, нашей власти все равно обжалуй, не обжалуй, лишь бы денег высосать из народа. Так, согласен. Вводим номер телефона. Извините, я номер свой как бы скрою, ладно? То есть просто, блин. Я же написал. Ой, не написал. Ладно, извините. Я написал комментарий, да, ну, то, что там, ну, где вот в приложении в этом, то, что вступайте в нашу группу, а какие-нибудь злодеи зайдут и просто увидят мой номер телефона и будут мне там звонить, там, угрожать или я не знаю, там, что-нибудь. Но я думаю, наверное, этого не будет. Поэтому я лучше этого не будет, потому что я номер телефона скрою. Извините, пожалуйста. Отправляем код. Вот, вот нажимаем на треугольничек. 3265. 3265. Подтвердила регистрацию. Все. Не работает. Делаю фотографию контрольную. Привет вам от мордоворота. Да, все, началась бесконечная череда запросов отправки фотографий. Ну, я не знаю, я сейчас опять его удаляю, телефон, как бы сказать, перезагружу, смонтирую видео и выложу его в группе «Штрафы социальный мониторинг». Так, все. Ну, ладно, 8:04. Вторник, 26 мая. Ладно. Встретимся в группе «Социальный мониторинг». Всем пока, всем удачи и самое главное, будьте здоровы. До свидания.